Привет! Сегодня начинаю видео без макияжа, чтобы был виден весь процесс перевоплощения от начала до конца. Кожа после косметолога немного покрасневшая, но не в этом суть. Я выровняла тон с помощью BB-крема, делая кожу светлой и матовой. Темными тенями я рисую брови, делая изогнутую форму. Теперь светлым консилером убираю излишки. Белым карандашом визуально изменяю форму глаз. Внутренние уголки глаз подкрашиваю для того, чтобы удлинить форму, а внешние уголки для того, чтобы сделать глаза шире, то есть получить миндалеобразную форму глаз. Черными тенями делаю smokey eyes. Нижнее веко растушевываю ватной палочкой. И опять при помощи консилера убираю излишки. Тонкой кистью рисую три полоски. Такая особенность макияжа у Дэро. Теперь делаю бакенбарды или бороду, не знаю какое правильное определение. В общем, просто делаю себя брутальной. Выражение лица плюс 10 очков брутальности. Извиняюсь, ребят, бревно в глаз попало. Сейчас соберусь, и мы продолжим. Так, продолжаю отращивать бороду, а вы послушайте пока песню. Теперь бежевым карандашом корректирую форму губ. Мне этот карандаш очень-очень нравится, потому что он сделан в тон лица, и им очень удобно замазывать какие-то покраснения или прыщики. Держится он просто отлично. Убираю излишки. И все же мне не дает покоя моя борода, и я решила, что нужно еще больше теней. Больше, брутальней. Осветляю губы консилером и матовыми румянами корректирую нос. Фольга? И зачем, вы думаете, мне нужна фольга? Правильно, для пирсинга. Остался пирсинг под губой. Не нашла другого выхода, как приклеить шарик на суперклей. Вроде не печет. Да, жить можно. Так, все на месте, держится отлично. Надеваю шапочку, парик и не пугайтесь, сейчас все лишнее отрежу. Это лишнее. И это лишнее. Похоже, я вошла во вкус. Ну вот, собственно, и все. Готово. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Оставляйте свои комментарии под видео с предложениями. А также не забывайте подписываться на канал, если вы еще до сих пор не подписались. Желаю вам хорошего дня. Люблю, обнимаю. Пока-пока. Ich habe ihn selbst nicht gespart. Ich habe Schuhe noch. I'm so cool, man. You know? And I'm so cool, man. Yeah. 1, 2, 3, 4. And... enough.